Потому что трезвыми ночью на скалу лезть — это глупо, это слишком не экстремально. Здравствуйте, это Мазарь Экстрим. Мы готовимся к алкоголю. Это утро. Мы проснулись. Мы утра. Внезапно проснулись здесь в 6 утра. Дует теплый, очень приятный ветер. И красота неописуемая. Поэтому мы вам покажем, что тут есть. А сами попремся в одно интересное место.